Филе копченой форели – это мясо лосося, нарезанное на куски, предварительно прокопченные. Процесс копчения придает форели насыщенный аромат и ярко выраженный вкус. После завершения процесса копчения филе копченой форели готово к употреблению. Его можно использовать в различных блюдах, таких как салаты, закуски, бутерброды, или подавать отдельно в качестве основного блюда. Филе копченой форели обладает интенсивным ароматом и вкусом рыбы, дополненными нежностью мяса. Это популярное блюдо, особенно в странах с развитой рыбной промышленностью или традицией копчения рыбы, теперь доступно в Russian Media. Обращайтесь по телефону 079-52-577-64.